Более 50 миллионов лет назад на территории Южной Америки появились странные животные, тело которых было полностью покрыто прочным тяжелым панцирем. Со временем они добрались и до североамериканского континента, остались в этих местах и дали начало удивительным животным – броненосцам. Первый взгляд на внушительную броню позволяет думать о боевом нраве этих животных. На самом деле это безобидные и милые существа, о которых можно узнать много интересного. Приветствую вас, с вами канал Узнавай, и сегодня мы расскажем некоторые интересные факты о броненосцах. Броненосец получил свое название с легкой руки испанских исследователей. Армадилло – это буквально означает «маленькая бронированная вещь». Размеры зверя зависят от его принадлежности к определенному виду. Одни могут быть настоящими гигантами и достигать более метра в длину, другие едва вырастают до 12 сантиметров. Это единственное млекопитающее с телом, покрытым твердым панцирем. Панцирь броненосца покрывает голову, плечи, таз, конечности и хвост животного. У некоторых видов пластины подвижны, у других нет. На сегодняшний день известно 20 разновидностей броненосцев. Для жизни эти звери предпочитают открытую засушливую местность. Пустыни и степи южных американских районов стали для них идеальным домом. В течение всей своей жизни самки броненосца рождают в среднем около 56 малышей. Основной цвет животного серый или коричневый, однако встречаются необычные варианты окраса, например, розовый или желтый. Основа питания броненосцев – разнообразные насекомые и растения. Язык у этих млекопитающих липкий и длинный, что значительно облегчает добычу пищи. Количество зубов броненосца разнится от вида, пола и возраста особи – от 20 до 100 штук. Зубы растут на протяжении всей жизни животного. Рыть глубокие норы зверю помогают очень сильные лапы. Броненосец способен разрыть даже асфальт. При нападении врагов один из видов зверя сворачивается в жесткий клубок, который не сможет развернуть ни один хищник. Но такая особенность, к сожалению, присуща не всем. Другие броненосцы вынуждены спасаться бегством. Несмотря на внешнюю неповоротливость, они быстро перемещаются по земле и умеют плавать. Если возникла опасность, самка может приостановить предстоящие роды на 2 года. В дикой природе продолжительность жизни броненосца колеблется от 4 до 7 лет, в неволе они могут жить до 15 лет. Многие виды броненосцев находятся на грани исчезновения. Вырубка лесов и охота – причина снижения численности этих животных. На этом у нас все. Если вы еще знаете какие-либо интересные факты о броненосцах, пишите их в комментариях. Спасибо за просмотр, будем рады, если подпишетесь на канал, поставите лайк и нажмете на колокольчик. До скорого!